Очередное заседание по делу директора лагеря «Виктория» Петроса Саркисяна не состоялось. Подсудимый сослался на плохое самочувствие и не покинул конвойного помещения. Саркисян жаловался на состояние своего здоровья. Вызвали ему скорую. Ему через 15 приехала скорая помощь. Надали ему медичную допомогу. После чего он отказывается выходить в связи с ухудшением. Таким образом, допрос потерпевших детей не состоялся уже во второй раз. Ранее защитники Саркисяна заявили отвод судье, но безрезультатно. Рассмотрение процесса возобновится на следующей неделе.